Ну вот, красноухая черепаха болотная. Значит, смотрим. Вот попробуйте ее снять, когда она вот так носится. Так что превратно представление, что черепаха это такая медленная. Потом, когда она станет большой, ожиревшей, то, конечно, она станет скоростной. Так вот, ой, вернее, медлительной. Вот так вот крейсер Аврора бегает тут со скоростью звука. Мы даже камеру не успеваем перенастраивать. Все, отбежала в сторону и теперь смотрим на нас.